Здравствуйте, дорогие друзья, коллеги. Сегодня мы поговорим с вами о том, почему вам, возможно, не нужно использовать машинное обучение. А точнее, в каких случаях это вполне себе обосновано, а в каких вам следует применять другие методы. И прежде чем мы перейдем к, собственно, машинному обучению, я хотел бы поговорить о том, почему мы в принципе используем компьютеры, если мы такие замечательные существа, люди. И ответ кроется в том, что с одной стороны, мы, конечно же, проигрываем машине, потому что компьютеры превосходят нас в плане скорости выполнения арифметических операций в сотни миллионов раз. Все дело в том, что у нас есть жесткое биологическое ограничение на ввод данных. Минимальная теоретическая задержка перед обработкой новой информации — это 1 миллисекунда. Поэтому, если мы напишем на листочке бумаги какие-то арифметические примеры и будем считывать их и выполнять вычисления одно за другим, то мы выполним не более 1000 таких арифметических операций в секунду. Но, конечно же, и такое безумное количество арифметических операций для человека невозможно, не говоря уже о том, чтобы вывести ответ этих вычислений. В этом смысле компьютер нас, конечно же, дополняет. Тем не менее, не совсем корректно сравнивать скорость абсолютную в арифметических операциях в секунду человека и машины. И для этого используется другая метрика, так называемая TEPS, то есть Traverse Stages per Second. Это количество коммуникаций, количество взаимодействий между различными вычислительными узлами. Это нейроны головного мозга, это арифметические логические устройства, либо отдельные процессоры, ноды в кластерных системах. И здесь, что самое удивительное, человек превосходит компьютер многократно. Например, в 20-30 раз человеческий мозг по этой метрике TEPS превосходит самый мощный суперкомпьютер 2016 года. При этом мы потребляем всего 30-40 ватт энергии, из них 10 ватт сам мозг, в то время как тот суперкомпьютер, самый совершенный, потреблял порядка 12 мегаватт энергии. И стоимость его обслуживания составляла не менее 200 тысяч долларов в час. Ну, вы можете сравнить это со средней зарплатой, наверное. Мы до сих пор превосходим машины в плане когнитивном, в плане семантической обработки текста, задач распознавания образов, распознавания речи, глубоком синтаксическом анализе и так далее. И поэтому вывод у нас первый следующий. Мы все еще полагаемся на человеческую экспертизу. Порой она намного эффективнее и дешевле, чем использование не то что задач машинного обучения, а в принципе для широкого, очень широкого класса задач. И мы начинаем отслеживать определенную эволюцию. То есть сначала был человек, потом появился компьютер. Но раз уж мы говорим про это дополнение человека компьютером, надо понимать, что же, в общем-то, мы используем, какие приемы, чтобы использовать машину для решения наших задач. И для этого мы используем программирование. А что это такое? Это поиск инструкций, которые позволяют решить определенную задачу. Наверное, 99% всей современной инфраструктуры информационной основана на использовании великолепных алгоритмов, таких как сортировка, поиск, уже даже не говорю, криптографические алгоритмы, которые обеспечивают возможность проведения финансовых транзакций, пропорциональные интегрально-дифференциальные алгоритмы, которые управляют и атомными электростанциями, и, в общем-то, вашим моноколесом или гироскутером. Много-много алгоритмов, крайне применимых, алгоритмов на графах. На этом построено во многом наше современное общество. Что же касается задач, в которых хороши люди, например, задачи распознавания образов. Если нужно
практическое решение задачи распознавания рукописных цифр либо слитного рукописного текста. И мы можем загнать всех в одни рамки, например, потребовать, чтобы все заполняли индекс на конверте, либо же печатными прописными буквами заполняли формы. Все люди с самого раннего детства знают, в общем-то, что огромное количество времени тратится и на первое, и на второе, чтобы представить текст в машиночитаемом формате. Но порой даже это невозможно. Невозможно придумать шаблон, необходимо распознавать текст, не адаптированный для машины. И мы можем гипотетически предложить алгоритм распознавания отсканированных изображений, примерно обсудить его структуру. То есть будет предварительная обработка изображения, конвертация серого полутонового изображения в черно-белый, в черно-белое изображение, устранение шумов, обнаружение изолированных объектов, кодирование этих объектов, то есть представление обнаруженных рукописных символов, к примеру, в качестве последовательности векторов чисел с плавающей точкой. Затем сравнение этих признаков, этих векторов с некими известными нам ранее образцами. Ну и, конечно же, в результате такой работы будут совершаться ошибки. Нам необходима будет и постобработка результатов, устранение ошибок, превращение отдельных букв в слова и так далее. И здесь заключается подвох, потому что для каждого блока, для каждого этапа необходим будет свой собственный алгоритм. Начнем с самого первого шага, с превращения полутонового изображения в черно-белое. Какой алгоритм здесь нужен? Соувола, Ниблок, адаптивный трешолдинг. Мы этого не знаем. Что касается, например, кодирования обнаруженных нами символов на изображении. Будут ли это коэффициенты алгебраических кривых высокого порядка? Будут ли, например, представлены эти символы рукописные некими непрерывными кривыми? И в этом случае можно получить коэффициенты Фурье для функции, параметризующей эту непрерывную кривую, и на основе этих коэффициента Фурье построить дескрипторы инвариантные, к примеру, к афинным преобразованиям. И здесь очень-очень много вопросов, поэтому мы переходим к третьему шагу эволюции взаимоотношений человека и машины, это к так называемому машинному обучению. И если сформулировать это простыми словами, то вопрос заключается в том, можем ли мы взять все эти данные, все эти примеры рукописных символов, рукописных букв, показать их компьютеру и каким-то образом, в явном виде, не описывая алгоритм, получить решение, получить некую модель, которая умеет решать для нас эту задачу, учитывая неявные особенности данных. Таким образом, основная парадигма как раз машинного обучения заключается в том, что мы обучаемся на примерах. И для того, чтобы решать задачи машинного обучения, необходимо три компонента. Компонента первая — это четко определенная вычислительная задача. Вторая компонента — это, конечно же, данные, потому что без данных, без примеров, без опыта, на которых машина обучается, не может быть и речи ни о каком машинном обучении. И третье — это функция оценки качества работы алгоритма, которая, грубо говоря, выставляет оценку алгоритму, возвращая нам информацию о том, насколько хорошо он справился. Это, как правило, скаляр, который принимает некоторые значения в диапазоне от 0 до 1. Примеров машинного обучения может быть несколько. Например, это уже тот же самый пример, о котором мы только что говорили, распознавание рукописных символов. Можно построить функцию, например, которая использует понятие кросс-энтропии, штрафует нас очень серьезным образом за неправильное распознавание символа, например, как символ B и так далее.
И сам опыт, сами данные, на которых будет обучаться этот алгоритм, будут как раз предварительно подготовленные изображения рукописных символов, промаркированные классами, например, от 0 до 9, если мы говорим про рукописные цифры, либо от там, A, B, C, да, X, Y, Z, если мы говорим про латиницу. Другой задачей может быть, например, распознавание писем массовой рассылки нежелательной. Функцию можем сделать достаточно простую, например, процент отсеянных чисел, писем, простите, классифицированных как спам. Обучать будем на датасете, который включает как и нормальные письма, так и письма массовой рассылки. Опять же, почему мы говорим про работу со спамом? Потому что мы не можем в явном виде сформулировать всю глубину там, или построить полностью глубинный синтаксический анализатор, который будет распознавать то, что это реклама. Ну и, например, научить играть компьютер в Super Mario. В качестве функции оценки качества работы алгоритма мы можем выбрать, например, общий счет и дистанцию, которую пройдет виртуальным персонажем этот агент. И здесь, конечно, уже будет в качестве обучающих данных просто набор взаимодействий с некой виртуальной средой, ну, например, с компьютерной игрой. Таким образом, подводя некие итоги сравнения второго нашего подхода, это программирование и машинного обучения, мы можем найти некие параллели. Не совсем, наверное, честно будет назвать машинное обучение программированием 2.0, но тем не менее. В программировании есть написание исходного кода. Этим занимается инженер или программист. В задачах машинного обучения не только программист участвует. Участвует дата-сайентист, который подготавливает данные и определяет модель. Компиляция, то есть преобразование исходного кода в некую исполняемую программу, меняется на обучение модели, предложенной, в общем-то, человеком. То есть на входе у нас есть модель и набор данных, на выходе уже обученная, тренированная модель. И запуск программы заменяется на прогон неких реальных уже данных, неизвестных нам ранее, при помощи модели, обученной на тренировочном наборе. И теперь мы рассмотрим ряд некоторых примеров использования задач машинного обучения, как и примеров из реального мира, так и гипотетических. И начнем мы как раз с гипотетического примера про то, как, пожалуй, не надо делать. Ситуация воображаемая следующая. Некий энтузиаст машинного обучения решил разработать систему, которая распознает породы котиков. Работает она так. Берется фото котика, загружается на сайт, где некий движок распознает по этой фотографии, что это за кот, какая у него порода. В качестве подготовки данных, в качестве этого этапа, наш энтузиаст машинного обучения нагуглил где-то с дюжину изображений котиков, каждый из пород, которые он планирует распознавать. Выбрал максимально сложную модель из тех, которые были доступны, с миллионами параметров, инициализированную весами по умолчанию. И, в общем-то, начал прокручивать этот тренировочный набор до тех пор, пока модель не выдала на этом тренировочном наборе погрешность порядка 99,7%, а может быть и еще более низкую ошибку. Посчитав, что этого достаточно для продакшена, он запускает этот сайт, люди начинают загружать изображения котиков и получают, что вместо мейн-кунов выдаются бобтейлы, вместо британских краткошерстных выдаются русские голубые, может быть, сфинксы более или менее правильно обнаруживаются. Ну и в общем, эмпирическая ошибка, точнее, эмпирическая точность, она составляет
менее 33% на реальных данных. И в чем же здесь дело? А дело заключается в том, что у нас всегда есть два возможных исхода обучения модели в задачах машинного обучения. И у вас модель может быть только двух видов в результате обучения. Она может быть либо недообученной, либо переобученной. Что значит недообученная модель? Это значит, что модель выбрана слишком простой, поэтому погрешность на тренировочных данных на обучающем наборе слишком высока. Это так называемая ошибка смещения. А переобученная модель ведет себя с точностью до наоборот. Она обладает очень низкой ошибкой на обучающих данных, но фактически это означает, что она запоминает каждый образец из обучающего набора. И таким образом она не подходит, переобученная модель, для обобщения некой информации о задаче, которая решается, в то время как слишком простая модель также, в общем-то, не может обнаружить скрытые закономерности. В целом эмпирическая ошибка складывается из трех компонентов. Первая — это как раз эта ошибка смещения, то есть ошибка на обучающих данных. Она здесь в случае с котиками очень маленькая, потому что модель очень сложная, данных-то в принципе немного. А вторая компонента ошибки — это как раз дисперсия, то есть вариативность модели, насколько модель подвержена отклонениям из-за изменения, к примеру, тренировочного набора. И третья — это некая неустранимая ошибка, которую мы даже на этом примерном графике не рисуем. Таким образом, у нас, конечно же, модель либо недообучена, либо переобучена. И задача исследователя заключается в том, чтобы подобрать гиперпараметры модели таким образом, чтобы эмпирическая ошибка была приемлема где-то в нижней части этого графика. В случае с котиками, опять же, модель у нас переобучена, она слишком сложная, слишком мало данных. Каким образом мы можем решить проблему с обучением? Здесь подходы диаметрально противоположные в зависимости от того, с каким типом, в общем-то, ошибок модели нам приходится бороться. Если у нас высокая дисперсия, то нужно использовать более простую модель, использовать больше количество данных в обучающих наборах, использовать отфильтрованные датасеты для того, чтобы исключить ошибки, например, разметки в этих датасетах. И, конечно же, как вариант, это использовать меньшее количество признаков, чтобы как раз уменьшить дисперсию самого обучающего набора. И ровно обратный набор действий для того, чтобы устранить последствия высокого смещения — это использование более сложной модели, использование большего количества признаков, ну и, в общем-то, обучать модель дольше. Второй пример, который мы приведем, он является примером из реального мира. Это пример, вошедший, в принципе, наверное, уже в базовые какие-то истории задач машинного обучения. В начале 90-х годов в Питтсбургском госпитале и окрестностях изучали пациентов, больных пневмонией. И задача заключалась в том, что, используя различные методы, в том числе методы машинного обучения, пытались выяснить, можно ли человеку, пациенту, больному пневмонии, дать рецепт на антибиотики и отправить его лечиться домой амбулаторно. Или необходимо для того, чтобы исход лечения был благоприятным, обязательно отправлять его в госпиталь.
Дело в том, что если человек, скорее всего, выживет дома и излечится, используя антибиотики, то это снизит издержки на лечение просто драматически. В качестве обучающего набора использовали данные порядка 14 тысяч пациентов Питтсбургского госпиталя. Из этих анкет пациентов убрали данные о слишком молодых, слишком старых, больных ВИЧ, гепатитом, прочими смертельными заболеваниями. И получили таким образом, опять же, возвращаясь к важности отбора данных, достаточно хороший репрезентативный набор анкет пациентов. В основном использовали 47 признаков, которые доступны у терапевтов, то есть ничего из ряда вон выходящего. В качестве модели использовали и деревья решений, и искусственные нейросети, байесовский approach, подход. И все алгоритмы выдали следующее заключение, что если у человека в анамнезе была бронхиальная астма, то, скорее всего, исход лечения такого пациента будет благоприятным. И по пороговому значению, в принципе, можно отправить его на лечение домой, амбулаторно. И этот вывод является абсолютно неверным, потому что все медицинские протоколы запрещают лечение пациентов, имеющих в анамнезе бронхиальную астму, амбулаторно, не стационарно. Из-за чего произошла такая ошибка? Причем она произошла у всех алгоритмов, у всех моделей. И эта проблема не машинного обучения. Проблема заключается в том как раз, что было изначально сделано неверное предположение. Неверное предположение заключалось в том, что распределение вероятности исхода лечения у пациентов, которые лечатся амбулаторно и стационарно, будет сохраняться одинаковым, вне зависимости от того, лечится человек в госпитале или дома. Но в госпитале, например, для пациентов, больных бронхиальной астмой, существуют особые протоколы лечения, поэтому исход в целом благоприятный. Если человек будет лечиться дома, то это будет не так. Из-за чего произошло такое расхождение? Из-за того, что все анкеты пациентов, которые лечились от пневмонии в Питтсбургском госпитале, были взяты из госпиталя. То есть ни одного пациента, лечившегося амбулаторно от пневмонии, среди этих анкет не было. Тем более, конечно же, не могло быть пациентов, которые болели или имели в анамнезе бронхиальную астму. Поэтому мы переходим к еще очень важному выводу. Он заключается в том, что если у вас Mission Critical система, например, связанная с лечением пациента, с его здоровьем, жизнью, то вам необходимо привлекать эксперта для валидации этого подхода. Еще одним примером использования методов машинного обучения являются финансовые рынки. И для нас вопрос является интересным. Его можно переформулировать следующим образом. Можем ли мы разбогатеть, используя методы машинного обучения для торговли на неких электронных торговых площадках? Для начала рассмотрим общую схему, каким образом происходит торговля, так называемая алгоритмическая торговля на электронных рынках. У нас есть некий агент, некий робот, который анализирует цены на некоторые активы на рынке, цены на товары потребительского спроса, новостные какие-то ленты, какой-то сентиментальный анализ этих новостей производит и имеет доступ к некой торговой площадке, где он этот алгоритм либо покупает, либо продает достаточно
большие объемы неких ценных бумаг, либо других торговых инструментов, либо достаточно большими объемами, опять же, либо достаточно часто, либо и часто, и большими объемами. И вообще, в принципе, для управления алгоритмами, которые принимают решения в подобных торговых системах, подобных агентах, задачи машинного, методы машинного обучения используются уже достаточно давно, порядка 20 лет. Как правило, предпочитают более простые модели, то есть это тонкие нейросети, линейную регрессию, которая до сих пор актуальна в подобных агентах, либо метод опорных векторов. Считается, что в некоторых отраслях, в некоторых областях торговли процентная доля, объем рынка, который торгуется при помощи агентов, увеличился с 15% в 2003 году до порядка 50% в 2012. На 2018 год есть некоторые отрасли или даже, скажем, активы, где объем торгов, совершаемых именно торговыми роботами, составляет порядка 96%. Давайте еще раз посмотрим на схему и попытаемся сформулировать, какими характеристиками должна обладать торговая система для того, чтобы быть победителем на рынке, действительно зарабатывать деньги. Это эксклюзивный доступ к самой электронной площадке, потому что мили и микросекунды буквально при покупке и продаже активов решают многое. Это уникальные алгоритмы, которые позволяют уловить слабую корреляцию между, например, товарами потребительского спроса, ценами на эти товары и некими новостными лентами и изменением цен на активы, которыми владеет в настоящий момент торговый агент. И, конечно же, это означает, что только супер вооруженные в финансовом смысле компании с эксклюзивным доступом к бирже, с уникальными методами ноу-хау анализа рынка могут добиться успехов значительных. Почему? Потому что каждая сделка, достаточно в большом объеме совершаемая таким торговым роботом, она меняет конфигурацию рынка, поэтому вы должны быть первым. Из выводов: долговременные предсказания, скорее всего, невозможны, но они невозможны были и без торговых агентов, в общем-то. Есть некие свидетельства о том, что фундаментальный анализ может не работать сейчас там, где большой объем рынка занят торговыми роботами. И вообще никакое человеческое объяснение неким феноменам, которые происходят на рынке, может не работать. Из примеров буквально этого года достаточно поучительный пример – это ситуация с индексом S&P и с инвесторами по всему миру. 30 мая была информация о том, что Италия может покинуть зону евро. Индекс S&P упал на 1,2%. Все мелкие инвесторы, то есть это физические буквально лица, которые владели некими стоками, вложились в медвежий тренд и начали ждать, когда индекс S&P упадет еще ниже, но этого не случилось, потому что торговые роботы перехватили инициативу и просто выжали все соки из тех, кто поставил на медвежий тренд. Это случилось практически очень быстро. Индекс вырос, люди деньги потеряли. Из тех долговременных и слабых корреляций, неочевидных, могу привести скорее анекдотический пример. Это так называемый эффект Hathaway. Дело в том, что как
только выходит на экраны фильм с Энн Хэтэуэй, либо выходит спектакль с ее участием, акции Уоррена Баффета растут. Всегда. Незначительно. 0,4-2%. Это тот самый долговременный тренд, на котором можно, в принципе, наверное, было заработать денег с 2008 по 2010 год. Достаточно забавно. Ну и мы переходим к последнему примеру. Это то, что, наверное, достаточно интересно. Использование методов машинного обучения в робототехнике. К примеру, мы можем использовать методы обучения с подкреплением для того, чтобы научить некого агента, бота, играть в компьютерную игру, например, в космических захватчиков. Производится анализ экрана, здесь разбивается экран по блокам, отдается на анализ агенту, агент принимает решение, например, нажать стрелочку влево, нажать огонь, и таким образом меняется положение его виртуального альтер-эго в этом мире, этой пушки, которую перемещает агент. Дальше может произойти после изменения так называемой окружающей среды, environment, одно из событий. Либо он собьет космического захватчика, либо погибнет сам, либо ничего не произойдет, в зависимости от тех действий и изменения состояния среды, агент получит либо положительное, либо отрицательное вознаграждение, то есть поощрение, либо наоборот наказание, либо ничего не получит. И в зависимости от этого можно произвести донастройку модели, и спустя много-много итераций агент научится, ну, если модель достаточно удачная, проходить один уровень игры космических захватчиков. Мы можем распространить подобный подход для более масштабных случаев, например, для обучения некого робота-гуманоида в виртуальном пространстве ходить по виртуальному миру. Например, есть компания DeepMind, которая уже куплена Google. Она научила в том числе некого виртуального гуманоида ходить. У этого виртуального полностью существа существует 28 степеней свобод, 21 сочленение, которое управляется изменением момента. Модель очень сложная, порядка 300 миллионов параметров, огромные объемы обучающих выборок используются для обучения. Огромное количество тренировочных шагов. Тем не менее, этот робот научился ходить по виртуальному миру. И у нас появляется вопрос, можем ли мы использовать полученную модель робота, который ходит в виртуальном мире, перенести его в железо, в реальный мир, и повторить этот успех в металле. И для оценки этого случая и многих других как раз существует своя собственная олимпиада для роботов. Это так называемая DRC, это DARPA Robotic Challenge. Канва этого соревнования следующая. Случилась некая чрезвычайная ситуация. Робот должен подойти к некому зданию, открыть дверь, разобрать завалы, разобрать еще одну дверь за завалами, пройти по обломкам, подняться по лестнице и перекрыть, например, трубу и вентиль на трубе, воспользоваться неким инструментом, а также, например, управлять неким погрузчиком либо другим транспортом. И у нас есть два конкурсанта, по-моему, это не это год, где-то 2014. Два робота соревновались, в том числе NASA Valkyrie R5 и платформа Atlas.
Atlas — это как раз робот известной компании Boston Dynamics. Платформа была одна, программное обеспечение было, тем не менее, от разных команд. Valkyria — это робот, который проектируется для помощи людей в миссии на Марс. Она построена полностью на методах машинного обучения, то есть минимум явного программирования, максимум от того, как робот ходит, до мелкой моторики взаимодействия с приборами. Для этого как раз используются методы машинного обучения для того, чтобы перенести опыт определенный человеческий, взаимодействие с реальным миром и с предметами. И Atlas Boston Dynamics на 90, наверное, процентов все алгоритмы, которые используются для управления этим роботом, включая его знаменитый паркур и сальто, эти алгоритмы пришли из теории управления. То есть это алгоритмы в основном не машинного обучения, а алгоритмы, заданные в явном виде. То есть вижу ручку двери, открываю ручку двери. Подвести сюда на столько-то градусов. Оптимальный путь, каким образом построить перемещение контроллера. Используется теория управления. Скажем так, преимуществ и недостатков каждого робота. Ну, начнем с того, что из 8 дисциплин, из возможных 8 баллов, NASA Valkyrie R5 набрала, в общем-то, 0 баллов. Atlas, тем не менее, справился у одной из команд со всеми задачами, которые стояли перед ним. Частично, конечно, этот робот был управляем еще, решение принималось оператором в некоторых случаях. Но, тем не менее, с точки зрения практического применения, Atlas на 2018 год пока еще лидирует. И из преимуществ Atlas — это то, что мы полностью можем объяснить его поведение. Это важно, особенно в некоторых приложениях. Тем не менее, из недостатков нужно перепрограммировать под каждую конкретную задачу, под тот же паркур, либо под прыжки через коробки с поворотом. Мое глубокое убеждение заключается в том, что в дальнейшем роботы типа NASA Valkyrie, которые используют обучение и самостоятельное принятие решения, будут выигрывать не только в этом конкурсе, но и будут более практически применимы. Но пока это не так. Пока NASA Valkyrie до сих пор тренируется. И если сегодня нам нужно использовать роботы для решения какой-то практической задачи типа разбора завала и так далее, преимущественно, конечно же, мы будем использовать роботы Atlas, нежели чем Valkyrie. Подводя итоги о методах машинного обучения, мы во многом полагаемся на человеческую экспертизу. Во многом человек дешевле любой самой совершенной компьютерной системы, особенно когда задача стоит в принятии решений, в сентиментальном анализе, в анализе текста, речи. Прежде чем бросаться в омут с головой в решение задачи при помощи машин-лернинга, необходимо проверить, существуют ли алгоритмы и математические модели для решения подобной задачи. И это очень важно, потому что фактически, что такое математическая модель либо существующий алгоритм? Кто-то до вас человеческими силами проанализировал всю эту информацию и построил уже вполне себе не только обученную модель, а модель, сокращенную до буквально последовательности действий. Если же поиск такого алгоритма
чудовищно сложен, и математической модели не существует, и алгоритмического решения не существует, то да, конечно, имеет смысл пробовать методы машинного обучения, например, для распознавания какой-то уникальной вещи, связанной там, с образами, либо с рукописным текстом, и для многих-многих других задач. Если набор данных, который предстоит анализировать, опять же, слишком велик, то статистические модели с небольшим количеством параметров в силу буквально их относительной несложности не справятся с этим набором. Поэтому да, в этом случае также необходимо использовать методы, подобные методам машинного обучения. Но как только вы приняли решение об этом, все становится непросто. Подготовка данных займет, наверное, порядка 90% всего времени, которое используется от всего времени, необходимого для подготовки решения на основе методов машинного обучения. Дизайн модели, то есть разработка модели, подбор гиперпараметров занимает, наверное, 90% от того времени, которое у вас осталось после подготовки данных. Надо учитывать издержки и на аппаратное обеспечение, и на работу эксперта. И если вы работаете с Mission Critical системой, которая прямым образом влияет на жизнь и здоровье, да и в конце концов на финансовое благополучие, то вам нужна помощь экспертов в этой области. И, тем не менее, оптимизм сохраняется, и во многих задачах, конечно же, использование методов машинного обучения превосходит другие алгоритмические подходы. В качестве определенного бонуса и послесловия, чтобы немножко, скажем так, разбавить некий скепсис в отношении методов машинного обучения, я могу привести следующие примеры. Я не являюсь экспертом в области, например, медицины или онкологии, но, тем не менее, используя просто модель MASC-RCNN, получилось проанализировать изображение рак кожи для того, чтобы выделить границы этих кожных заболеваний, построить, опять же, получить ответы, где находятся некие ключевые признаки, там, негативные пигментные сети и так далее этих опухолей, и классифицировать заболевания тип меланомы. Практически очень даже неплохой результат. Опять же, это наделяет оптимизмом в том смысле, что для грубого решения такой задачи, понятно, что это не продакшн-система для медицинского анализа, мы, тем не менее, можем приблизиться к системе автоматической диагностики. Для, например, решения задачи извлечения текстов, извлечения таблиц из изображения. Это тоже нетривиальная задача. Например, мы использовали проект Apache PDF для того, чтобы получать тексты из таблиц финансовых отчетов в одном из проектов. И для улучшения качества распознавания таблиц мы использовали одну из моделей как раз из области компьютерного зрения для того, чтобы улучшить качество обнаружения границ таблицы на изображении. Опять же, это то, что позволило нас избежать переписывания формального алгоритма в последние две недели проекта. Это очень удобный инструмент, которым, я думаю, в
2018-19 и вообще в 21 веке полезно владеть, если вы действительно инженер, увлеченный своей специальностью. И на этом все. Спасибо вам за внимание.